Всем привет! Ну что, вот я и добрался наконец-то до MyCSGO. Долго не мог разобраться, в чем причина, так и не понял. Короче, где-то нашел другую ссылку и все, вот я на этом сайте. Как обычно, на балансе 250 плюс промокод использовал на 35%. Поэтому столько денежек на балансе. Так, что мы сегодня будем открывать? Ну, я тут предварительно уже посмотрел, и, короче, открывать мы будем вот это вот. Короче, я сейчас расскажу один офигенный такой секрет. Я прям, ну, это, короче, анимеха Sailor Moon моего детства. Я его пересмотрел хер знает на какое количество раз. Короче, вот, это такая тайна, которую знают очень маленькое количество людей. Так, чё? Я напоминаю, что в это воскресенье у нас будет проходить розыгрыш. Условия розыгрыша будут в описании, так что читайте внимательно, выполняйте условия и побеждайте. А мы начинаем. Или, точнее сказать, я начинаю. Будем открывать медленно. Ой-ой-ой-ой. Громко-то как. Так, а как здесь? Как здесь? Ну, Sailor Moon не подведи. Песчаная буря. Хер знает. Хер знает. 18. Так, давай попробуем. Продадим потом, короче, пока пооткрываем. Потом продадим, пока пооткрываем. Я на нем, в принципе, открывал, и мне как-то на нем особо не это. Не фартило вообще никак. Вообще как-то никак не фартило. Хотя он такой довольно привлекательный внешний. Эх, почти, да? Почти. Ну что, Sailor Moon, не подведи. Луна в матроске, блять. Искривление. Угу. Искривление. Контракты. Тут есть контракты. Тут есть контракты. Давай, давай. Сейчас еще у меня на 3, да, хватит? Ну окей. Давай еще на 3. Кортекс. Кортекс. Еще открываем. А, минус 39. Он 39. Я что-то 30 решил, что он стоит. О, ну тут что-то выпало другое, да? 53. Первый окуп кейса. Первый окуп кейса. Можно было и на Фуксе остановить. Чё, нет? Слабо? Все понятно с тобой. Тебе слабо остановить на Фуксе. Так, чё, вот это, да хуйня. Запросить, все запросить. У меня, короче, вот такая история была. Тут открытие. Ну-ка, давай еще. Чё, все? Как бы, ну, вот. И вот. То есть, что... А, ну это говно. Вот, короче, у меня, по-моему, самый приличный, который был тут, который выпадал. Да, тут еще что-то есть или чё? Ну, как бы тут особо у меня отношения с сайтом тоже не складывались. Так, давай, мы, короче, это все продаем. Доступно для продажи. Сколько мы можем продать? 149, понятно? Мы богучи. Короче, не то, да? Сейлор как-то меня подводит. Давай посмотрим, что еще. Ну-ка, от 20 вот так вот. О, бомж. А, это не то. Рашби. Рашби. Это что такое? Кейс это те так что такое так что-то не нравишься ты мне. Так, даст хер даст, это я стопудово знаю. А давай бомжа, чё, давай бомжа откроем. Чё, с таким балансом только бомжа и открывать? Давай бомжа и откроем. Ну, я думал, грозу даст. Это ж, ну это ж не изик. Это ж не изик, это на изик. Это ж на изик играл. А тут хер. Хер тебе, а не гроза. О, здесь что-то будет только фиолетовое, что ли, неужели? Скорпион. С бомжа скорпион. О, блять, пацаны. Вот тебе, сука, и бомж, поняли? Вот тебе и бомж. Я в ахуе просто, я просто в ахуе. В ахере, в ахере.
Это же просто охереть можно. Вот тебе и бомж. Бомж, спасибо, сука. Сэр Мун, сука, я тебя посмотрел. Я тебя смотрел 100-500 раз, понял? Я тебя смотрел 100-500 раз. А ты, падла, такая нехорошая. Вот это бомж. Да ладно. Ну, второй скорпион. Я бы в ахере был, если второй скорпион выпал. Ух. Хамелеон. Ну, хамелеша у меня есть, да, уже. Че, до грозы дотянешь? Точняк, поняли? Гроза. Все, все, как там видите. Гроза, гроза, грозулька. Ну? Ну что, все? Все, что можно. Я достал, да? Все, что можно. Ну давай, до принцессы дотащи, блядь. Правда, я такими, правда, не играю. Но все же, почему пили? Ну, сука, остро, остро накаляет моменты, да? Так, и чё, сколько ки... А, 20 хватает, да? Ну, все. Финальное открытие. Не, я, в принципе, доволен. Прям очень доволен. Скорпиоша выпал, чё бы. Хороший скорпиош такой. Ну-ка, ничего сюда не продать. Ну, конечно, продать. 6 рублей на балансе. Ну что, ребят, все видели сами. Я доволен. То есть я доволен. Я доволен скорпиончиком этим. Давайте-ка мы... Вот он. Ну, нормально. Ну, там рублей 800 будет, наверное, стоить там, да? Скорпион. Скорпион. Запрашивать я пока не буду. Поэтому какая разница, там он лежит, он здесь лежит, это как бы не так важно. В общем, все видели сами. Принимайте участие в воскресном розыгрыше. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, скидывайте ваши промокоды. А в воскресенье я буду открывать изик, поэтому я особенно жду ваших промокодов на изи дроп. Всем до новых встреч, всем пока.